Здорово, друзья и товарищи! С вами Серега. В магазин добавили коробочку Smauser C96 Custom. Это новые двойные пистолеты, которые можно модифицировать. И сегодня мы будем выбивать золотую версию этих стволов. А перед тем, как мы начнем, обязательно присаживайтесь поудобнее и поучаствуйте в моем новом новогоднем розыгрыше. Кредитов хватит, блин, на всех. Закрыть кэшбэки, выбить новый донатик, все как надо. Поэтому среди 10 человек я разыграю по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелек. Что при участии, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги всегда будут в группе ВКонтакте, также на Ютубе вам придет уведомление, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Ну, пистолетик, как ты думаешь, сразимся мы сегодня с тобой достойно? Быстренько я выбью золотую версию, либо все же нет. Это... Нихера себе, сколько! 100 урона, блин, просто модами еще охренительно можно будет вкачать еще больше урона. Двойной пистолет, двойной урон. Нихрена себе, как можно будет нагибать. Уже хочу из этого сделать какую-то невероятную пушку, запуститься, посмотреть. Может быть, даже лучше уже Макарова будет. Все же Макаров довольно-таки давненько уже добавляли, и, скорее всего, админы захотели добавить пистолет порядка посильнее. Это была, конечно же, лупара. И я уже хочу пострелять с такого более-менее имбового скиллового пистолета. Пока что не знаю, делать из него двойную версию, либо же одиночную версию. Пока что мы выбили обычную версию. Уже, в принципе, хорошо. Но Warface все равно немножко недопонимает, что обычная версия мне совершенно не нужна. Ну и обычные версии мне абсолютно всегда очень быстро любят выпадать. Нельзя, блять, переть против денег. Так что спасибо, Warface, большое, но давай сегодня как-то без фикс-прайсов. На пистолет, правда, фикс-прайс не супер-таки большой, там где-то 30 тысяч кредитов, плюс-минус, может быть, 40, ну вы понимаете, да? Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Я думаю, нам сегодня немножко повезет, и мы выбьем его по удаче. Я надеюсь, что он выпадет нам по удаче, все же как-то последние пушки не особо-таки хотели выпадать мне по удаче, и вот я уже соскучился, чтобы там с 3 тысяч кредитов плюс-минус, ну, вот такую вот сумму, возьмем, чтобы мне выпала золотая версия именно с такой суммы. Спасибо еще за один обычный пистолет. Ну давай уже, хватит. Обычный пистолет, ну пусть люди открывают там одну коробку, две, чисто по фану. И там сразу вот выпадает им обычный пистолет. Они очень сильно радуются. А я давай порадуюсь тем, то, что мне сейчас просто возьмет и выпадет золотой пистолет. Ну, с какой-нибудь такой небольшой суммы кредитов. 35 кредитов для пистолета, опять же, далеко не самая маленькая сумма, но все же... Да! Уже обделались? Сука, да! Охренеть просто можно! Я прям чувствовал, я встал сегодня с той ноги, с тем желанием, что да, сегодня этот пистолет выпадет мне с очень небольшой суммы кредитов. Я прям как знал то, что да, именно тот день сегодня, когда я потрачу вообще охренеть какую минимальную сумму кредитов и получу себе золотой Маузер C96 Custom навсегда. Охренеть, только два пистолета обычных мне выпало и сразу выпадает золотой пистолет. Вот это я понимаю, вот это другое дело, вот это удача. Ну, поздравляю. Честно говоря, я всегда так чувствую, ну вот когда выпадает, это больше всего приятно, то что я, как говорится, правильно чувствовал, однако нам нужно потратить еще 2000 кредитов на его прокачку, нету времени, честно, бегать с ним, набивать его, это прям очень время немного потратит, очень сильно хочется заценить, насколько это все же будет имбовый пистолет. Че у нас тут на него есть? Ручка на пистолет, прицел есть, соскучился реально по таким пистолетам, где есть прицелы. Ну в одиночной версии, честно, я еще подумаю, одиночной версии его оставить, либо же сделать из него
двойные пистолеты. Хрен знает, мне просто камерхеды сиги ну настолько сильно понравились. Если пистолеты двойные также будут настолько же имбовые, как и камерхеды, я, наверное, все же точно буду делать двойной пистолет. Если в одиночной версии он плюс-минус будет как Макаров, ну зачем? У меня Макаров и так уже есть. Какой от этого, собственно говоря, смысл? А так будет какое-то прям реально уникальное, блин, оружие. Раз уж такая удача, залетая на твинка, тут тоже выбью себе большинство, надеюсь, новых донатов просто в обычной версии. Вот это сейчас самый тот момент, когда я расслабленно выбиваю себе обычные стволы. Но на твинке расслабленно не особо сильно получается, потому что это именно тот аккаунт, где обычные пушки любят выпадать с удачи, как какие-то золотые пушки. Однако нет, на пистолет у меня сегодня 100% какого-то везения. Вот в обычной версии также он выпадает. God damn right. Ладно, давай тогда удачу проверим вот тут вот. Двойные Сиг Копперхеды. Я, кстати, их и на основе не крутил. Я их забрал с Battle Pass, так что тут у нас первоначальное кручение этих великолепных сигов. Они мне прям очень сильно зашли. Инженер для меня перевернулся с ног на голову. С них играть невероятно просто приятно. Именно вот с модами вкачаешь на два сига. Прям как они херачат, это невероятно. Так что сюда я тоже просто обязан их выбить. Однако, если сейчас будет прям поджирать кредиты хорошенько, я вижу офигенную просто скидку. Обычная коробка 60 кредитов стоит, это 57. Я понимаю то, что скидка прям невероятно балдежная. Спасибо Warface большой за такую огроменную невероятную скидку. Пойду посру. Если удача не будет мне фартить, оставлю ее как-нибудь на потом. Либо же с боевого пропуска на этом аккаунте также их заберу. Все же пистолетик, я понял то, что удача на него прям невероятная у меня сегодня. Очень хорошая, что на обычную версию, что на золотую. Даже на золотую я скажу еще больше удачи, чем на обычную версию. Давай все-таки тут стволы тоже какие-то для коллекции выбьем. Я думаю, будет просто приятно. На твинка лишним точно не будет. Но, наверное, больше 3000 кредитов я на них тратить не буду. Говорю, этот аккаунт любит поджирать кредиты. Ты вечно будешь на это покупаться. И ты такой, а, что-то как-то не особо-таки приятно, поэтому давайте 5 коробок с этим камерхедом и, в принципе, пойдем что-то другое покрутим. Допустим, с Entry проверить удачу на этом аккаунте, как она будет. Все же сегодня у меня очень хорошая удача, невероятно фартит. В центре, если вы вспоминаете, очень плохо мне выпадало, что в обычной версии, я ее крутил до золотой версии, и она выпала только по максимальному фикс прайсу. И такой дробовик прям с намеком, что ни хрена таки он не хочет вообще совершенно выпадать. Так что на него тоже 3000 кредитов я потрачу, если он не выпадет даже в обычной версии. В принципе, на него тоже пока что забиваем. Но все же у нас есть всякие кэшбэки, не кэшбэки. Когда-нибудь я себе успею все-таки его получить. Можно на этом аккаунте как раз-таки его качнуть немного в другой сфере. На основе я его прокачаю до свинцового патрона, то есть он как Марлин будет стрелять. А вот на другом аккаунте, допустим, можно будет сделать из него просто немножко побыстрее пушку и посмотреть, насколько-таки все это дело будет разниться. Да, вы можете сказать, нихера себе, на что ты собрался его качать? У тебя детали, дружок, нет. Но сейчас выйдет событие, и там можно будет снова покупать детали. И, как видите, кредиты, как говорится, позволяют прикупить себе много-много деталей, чтобы прокачать их модами. Ну вот, видите, Сентри, вот в обычной версии можно, блин, ну быстренько мне выпасть и все. Но нет, он совершенно не хочешь, поэтому я последние 5 коробок с ним открываю, и пошел он, собственно говоря, в жопу. Кто бы мог подумать? Последняя все-таки пушка, которую я всегда хочу покрутить, это вот эта вот зажимная снайперка. Пока что по удаче все, конечно, охрененно, только пистолет я выбил, и все. И остальные пушки что-то как-то не хотят выпадать. И вот я опять ловлю себя на мысли, вот выбил ты какой-то золотой... Все, чувак, остановись, на другие дни, на другие моменты попробуй что-то из этого покрутить. Хотя нет, видите, все-таки снопа довольно-таки быстро, блин, выпала. Так что давайте 50 тысяч кредитов ровно оставим на аккаунте, чтобы было прям невероятно красиво, и закончим на сегодня. Раз удача такая очень хорошая, на сегодня мы закончим. Пусть на такой славненькой ноте все это окончится. Я буду понимать то, что все, да, все отлично, все замечательно, все волшебно. Золотой пистолет есть, ну какие донатики тоже выбил. Да, охрененно я прям сумму красивую оставил, но все-таки с Антри нихера не выпал. Все это грустно. Очень грустно. Спасибо большое, дорогие друзья, вам за просмотр данного ролика. Не забудьте поддержать его лайком, подписочку на канал оформить, если вы еще не подписаны. Обязательно пишите ваше личное мнение в комментарии. А все нужные ссылки, как всегда, есть в описании к видео. Мы с вами увидимся, всем удачи. Пока.